Эксперты карьерных центров каждого из приглашенных вузов собрались на одной площадке, чтобы поговорить о результатах работы, о стратегии развития и подходах к проведению карьерных мероприятий, о роли центров карьеры в молодежной политике и о многом другом. Проектно-аналитическая сессия, безусловно, подчеркивает важность построения качественных отношений между вузом и его сотрудниками. Если вовремя не решить проблему, это может привести к ухудшению качества образования и потере кадров. Казанский федеральный университет – очень большой университет и достаточно много сотрудников. Сотрудников уделяют внимание студентам для того, чтобы помочь им простроить свой профессиональный трек. Есть всевозможные там, разнообразие форматов, где участвуют студенты. Это карьерные мероприятия, онлайн-марафоны и контент в социальных сетях, которые для ребят специально готовятся по работе в Казани и в Приволжском федеральном округе. Мне кажется, ребята как раз один из немногих университетов, где такое богатство объема информации для студентов. Это уже не первая федеральная сессия. В рамках сегодняшней сессии коллеги будут работать действительно в таком командном формате, с помощью мозговых штурмов, с помощью командной работы, индивидуальной работы, будут работать условно над двумя большими темами. Карьерный рост важен в любой профессии и в любой организации. Для этого и были созданы центры профессиональной поддержки сотрудников в карьерном развитии внутри конкретной компании с учетом ее специфики, возможностей и потребностей. Подготовка к поиску хороших стажировок и постоянной работы для будущих специалистов начинается задолго до выпускного. Именно этим в вузах занимаются центры карьеры. Представители Миноборнауки и вузов обсудили, как они могут выстроить свое взаимодействие, чтобы получить желаемый результат. Во всем, что нас окружает, во всех социально-экономических процессах, во всех просто продуктах, в перилах даже, вот, которые мы видим здесь справа, есть частичка университета. Университеты связаны с абсолютно всем, что нас окружает. Вот каждым элементом. Если какой-то элемент плохо работает или что-то нас, какой-то процесс не удовлетворяет, мы считаем, что он неэффективен, скорее всего, где-то в том числе недоработал университет. Представьте себе, университеты каждый год выпускают 750 тысяч человек в экономику и социальную сферу. То есть какой генетический код заложен в студентов, какой майндсет заложен в студентов, такой потом и будет с каким-то после какой-то временной отсечки экономика и социальная сфера. Поэтому нам вот очень важно, чтобы и на проектно-аналитических сессиях, и в рамках просто ежедневной работы, которую мы проводим с центрами карьеры, центры карьеры принимали на себя эту роль, определяли свою программу развития, как вот университет защищает сейчас программу развития в приоритет 2030, также центры карьеры защищают свои внутренние программы развития, определяя свой потенциальный эффект для университета, разгоняя его в ту сторону. На мероприятие были приглашены эксперты не только из Республики Татарстан, но и из других регионов Приволжского федерального округа. Коллеги представили свои идеи и размышления по теме встречи, проанализировали и разобрали статистику мероприятий, данные по востребованным профессиям и многое другое. Ну, проектно-аналитические сессии центров карьеры проходит уже не первый год. Это вторая встреча у нас в Казани, да, в прошлом году. Также мы встречались здесь, в вашей республике, в Казани. В этом году традиционно тоже мы собрались именно в этом городе. Здесь представлены наши коллеги из других университетов, других центров карьеры всего Приволжского федерального округа. Ежегодно такие мероприятия проводятся с целью знакомства, обмена опытом, там, грубо говоря, транслирования каких-то передовых методов и навыков, которые мы используем в своей работе. В рамках проектно-аналитической сессии рассматривали решение двух основных вопросов: разработка оценки качества занятости и правильный подход к привлечению молодежи для работы на предприятиях. Центр по организации временной занятости обучающихся Департамента по молодежной политике Казанского федерального университета дает возможность начать карьеру со студенческой скамьи. Специалисты центра регулярно размещают актуальные вакансии, информацию о стажировках, а также проводят карьерные мероприятия с ведущими российскими и мировыми компаниями. В этом мероприятии у нас принимают участие вузы, вне зависимости, кому они подведомственны, то есть Миноборнауки России, Минсельхоз, Минздрав. Принимают участие все представители вузов. Среди участников это проректоры университетов, это руководители структурных подразделений, которые руководят работой по развитию карьеры, трудоустройству обучающихся. Проектно-аналитическая сессия помогает выстроить полноценную работу карьерных центров в университетах Приволжского федерального округа. Эксперты наметили планы на будущее, а также разобрали важнейшие вопросы, от которых зависит судьба будущих выпускников. Главное – не забывать, высококлассные амбициозные специалисты востребованы в любое время года. Аделя Файзулина, Николай Суховский, Александр Кузнецов, Универ Новости.